Остались ни с чем. 18 мая сгорел дом в селе Алькеево Азнакаевского района. Там жила семья из 8 человек. Трое малолетних детей, двум 2 года, одному 5 лет. Буквально чудом остались живых. Их в последний момент успели вытащить на улицу из полыхающего помещения. При этом их спаситель надышался угарным газом и получил сильные ожоги. Сейчас за его здоровье борются медики. У погорельцев не осталось ничего, ни документов, ни денег, ни элементарной одежды. И они просят неравнодушных татарстанцев о помощи. Развалины, обгоревшие предметы и голый фундамент – это все, что осталось у семьи Шайхуловых от отчего дома. Пожар уничтожил все, благо из объятого пламенем помещения успели вытащить 3 малолетних детей. Как слышал, как я это начал стекло бить. Он на этот шум быстро-быстро перебежал. Вынести малышей на улицу хозяйке дома помогали соседи и 26-летний сын. Он залез в дом и вытолкнул детей на улицу, но, выбираясь, сам надышался угарным газом и получил ожоги. Сил еле хватило, чтобы вылезти из огня. Молодого человека без сознания доставили в реанимацию. Вызвал пожарных, там, что уже невозможно было своими силами этот огонь потушить. Пожарные потушили пламя быстро и не дали ему распространиться, но сам дом и все, что там было, спасти не удалось. Причина у нас возгорания это было от электропроводки. Сейчас же у нас дома все богато живем, у нас телевизоры хорошие, холодильники по 3-4 штуки, и микроволновки, они вот одновременно начинают работать, электропроводка не может выдержать и возгорается. По предварительной версии, причиной пожара стала электропроводка, а сейчас погорельцев временно приютили у себя соседи, несмотря на то, что дом застрахован, выплаты по нему, если и будут, то совсем небольшими. Поэтому семья обращается к неравнодушным людям с просьбой о любой посильной помощи. Нафиса Миниазова, Рамиль Исламов, Вызов 112.